Стипендии главы администрации Самары лучшие учащиеся начали получать с 2012 года. С инициативой учредить премию выступило педагогическое сообщество. За это время стипендиантами стали 150 ребят, которые проявили себя в учебе, спорте, занятиях музыкой. Неоднократно становились победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов. Это очень одаренные, талантливые дети. Это труженики, которые достигли огромных успехов, несмотря на свой такой небольшой возраст. Мы большое уделяем внимание детям-сиротам. Талантливым детям из неполных семей. В этом году заявки в комиссию подали около сотни претендентов, утвердили более 50. По собственной инициативе комиссия приняла решение добавить в список и ученика музыкальной школы номер 14 Даниила Фурмана, достойно представившего Самару в конкурсе на одном из федеральных каналов. Талантливых ребят, безусловно, нужно поддерживать, нужно давать им возможность развивать свои таланты, с тем, чтобы в дальнейшем приумножать славу нашего города. Вот, и мы могли впоследствии гордиться теми людьми, которые вышли вот из пределов нашего города Самара. Теперь каждый из 52 ребят ежемесячно будет получать по 5000 рублей. Глава администрации Олег Фурсов поручил рассмотреть вопрос индексации стипендии на следующий год. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, события.